Ну, поставь пальму ей. Что она хочет? Поставь. Не бойся, она не съест. Пальма пластмассовая. Не бойся. Чего ты? Пальму? Дай мне. Дай мне пальму. Все, прогнали. Ай, какая, глянь, наглая. Она на коляску села. Глянь, ты какая. Пойдем посмотрим. Она какая-то ручная. Антош, она какая-то ручная. Она какая-то ручная. Смотри. На. 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 На, сорока-ворона. Не бойся. На. Смотри. Она что-то, Антон, к тебе именно пристала. Ей пальма не надо. На, возьми. Кыш-кыш. Улетай в домик. Улетай в домик? Ну, покажи ей пальму еще. Че ты испугался, так? Посмотрели бы, что она бы делала. Ей, наверное, вот эти бринчалки нравятся. Стой, дай-ка. Бринчалки, смотри. Бринчалки. Ну, она сидит, что-то видишь, она думает, не хочет она уже брать ничего. Дай мне покатать. О, дай, дай, дай. Ну, дай, дай, Антон, ну дай мне чего-то. Она хочет скушать это? Да, хотела. Не хотела кушать это, я зелена. Все, она уже что-то передумала. Ладно. Все, убежала. Бежала. Она хочет поиграть. Да, сорока ворона хочет поиграть. А, не трогать. Да, нельзя ее трогать. Укусит он? Ну, дай палочку. Ты какая-то, я не знаю, такая смелая, ручная, да? Смелая. Она не клюнула, она хотела, но когда-нибудь. Слишком наглая какая. Ах ты, елки зеленые. Сава, давай ты здесь сиди, а я оттуда зайду. Ты на фоне меня. Подойди ближе. Антошка, смотри, как она играет с детьми, сорока-ворона. Видишь? Чего ее бояться? Слава. Не боится же.